Кингисеппе арестован педофил. Его подозревают в изнасиловании приемной дочери, 6-летней девочки. Тревогу забила классная руководительница малышки. Ее беспокоило поведение школьницы. О своих страшных догадках преподаватель сообщила в милицию. Буквально на следующий день подозреваемого задержали. В том, что происходило в доме, в отсутствии матери ребенка, долго не сознавались ни девочка, ни мужчина, 27-летний житель города. Ребенок все это время был в шоковом состоянии. Только после нескольких часов общения с психологами она рассказала, что почти полгода отчим подвергал ее сексуальному насилию. Девочка рассказала о том, что ее отчим, гражданин Воронов, находясь дома в отсутствии матери девочки, работающей кондуктором в городе Санкт-Петербург, под угрозой физической расправы неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней. Сейчас ведется следствие, возбуждено уголовное дело. Мужчина под арестом. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. А с ребенком работают психотерапевты и социальные педагоги.